Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін заявив про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати визвольну війну України проти рашистських загарбників стільки, скільки це буде потрібно. Про це він сказав на брифінгу в Латвії, повідомляє газета UA. Ми не гадаємо, що потрібно Україні, тому що щотижня, іноді двічі на тиждень, я спілкуюсь з міністром оборони України Резніковим. Ми обговорюємо, як розвивається битва, які в українців актуальні потреби і що буде потрібно в майбутньому, щоб бути успішним. Сказав голова Пентагону. Міністр оборони наголосив, що армія російських окупантів стала набагато слабшою. Очільник Пентагону запевнив, що зосереджений на допомозі Україні успішно обороняти її суверенну територію. Нагадаємо, що Ллойд Остін акцентував, що США зібрали антипутінську коаліцію, яка хоче і може допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Ну вот смотрите, предпосылка к теме следующая. Несколько событий имели место за прошедшую неделю, более-менее сложились, они, в общем, предполагались, но первое – это объявление о референдуме в Запорожской области. А там некий коллаборант Балицкий объявил, что, значит, будет проводить референдум о присоединении к России. Судя по всему, число это где-то то же самое 11 сентября. И можно было бы сказать, что это и прежде анонсировалось, но все-таки мы это увязываем в том числе и с активностью Москвы, которая взялась за старое, вернулась к шантажу только с другого бока, ядерному шантажу, потому что ряд заявлений просто прозвучали очень настораживающих, в частности о том, что якобы заминирована Запорожская АЭС. Ни да, ни нет, мы не знаем подтверждения, но тем не менее, там даже появился то ли фейк, то ли правда. Вот этот генерал, Васильев, что ли, его фамилия, вот мы сейчас обсудим, заявил о том, выступая перед бойцами, те, кто сейчас сторожат станцию, что, мол, здесь будет русская земля или вообще ничего не будет. Ну, с намеком, понятно, как ничего не будет на атомной электростанции. Причем переброска заявлениями идет, МАГАТЭ, ООН, Москва, ой, говорит, они обстреливают ВСУ эту станцию, значит, может быть очень плохо, и типа МАГАТЭ, давайте-ка как-то режим под наблюдение, лучше передайте Украине, чем вызвать последствия непредсказуемые в случае аварии или попадания в реакторы снарядов или взрыва или чего-то еще подобного. Вот, ну и в общем все это закручивается в такую спираль. На мой взгляд, я свою сначала оценку дам, что Москва продолжает, не оставляет, точнее, надежд, что посредством разного рода набора шантажей, вот в частности ядерного, помимо продовольствия, помимо газового, помимо вообще военных действий, добиться того, чтобы, испугавшись, мир заставил Киев, заставил Зеленского пойти на переговоры, ну и добиться своего закрепления статус-кво, Крым, демилитаризации и вот весь этот набор. И я так это вижу. Но это задача максимум, задача минимум, дожить все-таки без активных боевых действий до 11 сентября, провести референдум и дальше уже думать, что дальше. Потому что они надолго не закладываются. Этому как-то может помешать вот вчерашний удар в Крыму, где, собственно говоря, военный аэродром в Новофедоровке оказался, значит, мишенью. И вроде бы, как, судя по всему, был, значит, атакован украинской ракетой, которая вот на это расстояние смогла долететь. Вот все это вместе дало нам основание провести сегодня вот такой эфир. И на троих, это всегда хорошо. Для того, чтобы обсудить, вернулась ли обратно угроза какого-то ядерного продолжения этой всей истории с последующими всем хорошо известными событиями, отсылаемыми к Чернобылю, 86-му году и так далее, и так далее. Слово первое предоставим тогда Андрею Андреевичу, как говорится, ну, сам Геннадьевич. Дадим, Андрей Андреевич, вы нам, пожалуйста, выскажите свою точку зрения и предпосылку для дальнейшего обсуждения, дискуссии. Спасибо. Я действительно иду по ядерному следу Путина и Патрушева уже лет 15, как минимум. И мне кажется, что я уже чувствую их, и все их ходы, повороты. Да, ситуация изменилась. Я объясню это. Ну, на нашей прошлой передаче уже в очень многих моих выступлениях в украинской аудитории последние недели или две я придерживался мнения, его аргументировал, что вероятность использования ядерного оружия Путина минимальна. Я излагал причины, по которым я так думаю. Вот.
Видимо, в Москве тоже думали над этими причинами. Мне кажется, они все время искали, как бы обойти возникшие препятствия. Но вкратце, я повторю, это были три соображения, которые, как я считал, делают маловероятным использование ядерного оружия. Первое. Путин исключительно успешно 15 лет использует ядерный шантаж. Вот давайте не будем, из-за этого ядерного шантажа не приняли в 2008 году Грузию, НАТО, Грузию и Украину в НАТО. Была очень вялая реакция на агрессию Грузии, аннексию Крыма и так далее. Давайте не будем раздражать Путина, а то, вот не дай бог, он может еще использовать ядерное оружие. Это прекрасный инструмент, работает, и он всегда работал. Но работает угроза. Она приносит все время очевидные политические выгоды и военные, до самого последнего момента. Вот, казалось бы, уже Америка твердо встала на путь, как бы прочерченный министром обороны Ллойдом Остином 25 апреля в Киеве, когда на вопрос, в чем цель Соединенных Штатов в войне, он ответил: победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла повторить подобной агрессии. Ту же позицию он повторил вот на 4-м Рамштейне недавно. Но на следующий день выступал на конференции в Аспене другой американский высший чиновник, господин Салливан, помощник президента по национальной безопасности. И его формулировки были другими. Это стандартная наша цель. Главное, ни в коем случае не допустить эскалации, не допустить прямого столкновения и так далее. А поэтому мы вот решили не поставлять Украине ракеты дальностью до 300 километров к системам «Хаймерс». То есть... А что значит эскалация? Эскалация, как же может быть дальше эскалация страны Путина? Использование ядерного оружия. Так что шантаж работает. А что сделает применение ядерного оружия? Ну, он совершит чудовищное преступление. Уничтожит один украинский город, например. Ну что, прекратится война? Украина перестанет сопротивляться его агрессии, Запад испугается. Нет, никаких целей он этим не решит. Первая причина – использование ядерного оружия, в отличие от угрозы использования, не принесет Путину военно-политических целей. Это первый мой аргумент еще недавно. Второй аргумент – ну, американцы достаточно твердо ответили, и специальная стратегия была разработана Пентагоном, еще генерал Мэттис еще лет 6 назад распорядился создать по существу новый вид ядерного оружия. Он очень оригинально поступил, он просто распорядился снять на двух ракетоносах «Огайна» боеголовки так называемого «судного дня» взаимного гарантированного уничтожения, там 40-50 килотонн, на маленькие боеголовочки 4-5 килотонн, которые должны, соответственно, адекватно отвечать на вот путинскую угрозу нанести открыто, нескрываемую, нанести удар тактическим ядерным оружием. Поэтому, да, и кроме того, в доверительных разговорах Путину дали ясно понять, что ответным ударом будет не только нанесен сокрушительный ущерб Российской Федерации, но он коснется его лично. То есть он будет просто ликвидирован. А он не шахид, он свою жизнь очень ценит. Вот. И, наконец, третий мой аргумент, что использование у Путина нет на столе вот такой кнопочки, которую он нажмет. А для использования ядерного оружия необходима целая цепочка команд, координации, там, с десяток офицеров. Особенно сложнее тактическое ядерное оружие, потому что, ну, стратегические ракеты, они есть на подводке, и там у каждого стоит офицер, готовый нажать кнопку, если ему дадут код. А тактически они очень строго хранятся, их нужно переводить, соответствующие войска. Это вот три аргумента. Я думаю, над этими аргументами в Кремле задумались. И потому что они серьезные, они убедительные, ну, особенно аргумент, угрожающий его жизни. Но желание
страстное желание уничтожения Украины, нанесения максимального ущерба, демонстрация какой-то своей победы, оно неудалимо. И он искал пути обхода вот этих аргументов. Немножко поиграл с сценарием передачи ядерное оружие Белоруссии. Помните вот эту встречу? Да-да-да, это было. Постановочную, когда Лукашенко его умолял, и он так нехотя согласился, ладно, пришлю тебе несколько боеголовок. Здесь как бы ему казалось, что здесь он решает проблему 2, сформулированную в моей триаде, но самое для него существенное. Как бы я тут ни при чем. Вот ядерный удар со стороны Белоруссии, вот это сумасшедший какой-то Лукашенко, я тут ни при чем, я в домике. Ну, это слабый, согласитесь, аргумент. Я думаю, он бы не прошел, и немножко поиграв с ним, мне кажется, Путин от него отказался. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.